Добрыми делами решили ознаменовать юбилейный год первого народного поэта страны. Сегодня в столичном музее Янки Купалы пройдет благотворительный аукцион. На продажу выставят около 20 картин, и хотя среди нынешних лотов нет творений именитых художников, они могут стать выгодной инвестицией в жизнь. Вырученные от продажи средства направят на помощь детям с аутизмом. Ребята сами написали эти работы, а сделать первые шаги в искусстве им помогают будущие художники из колледжа имени Глебова. Самому юному автору 6 лет. Мы ведем Янку Купалу как народного поэта, как выдатного творца, але он еще и такая особа с великой литеры, необыяковая до чужих проблем, своих детей у их Владиславы Францевны не было. А любовь до детей была заусёды. И мы ведем нават, что был выпадок у жити поэта, коли он мел намер узять у свою семью на выхование дзяўчынку с дитячего дома. Поддержать проект музея придут известные белорусские художники, музыканты, супруги дипломатов и общественные деятели. На этом добрые дела юбилейного 135-го года поэта не закончатся. Музей Янки Купалы намерен продолжить благотворительную кампанию и в следующий раз к ней присоединятся спортсмены.